Если вы виноделие новичок, то это видео для вас. Коротко осветим тему и этап изготовления виноградного домашнего вина. Здесь не будет всех тонкостей винодельческого искусства. Дадим представление, как делается простое домашнее вино. И не огорчайтесь, если первый блин получится комом. У нас так получилось. Первое вино было не очень хорошее. Мы использовали неспелый виноград, поскольку наш виноград ворует еноты. И чтобы его спасти, мы оборвали его пораньше, да еще после дождя. А для вина понадобится свежий наливной виноград. Идеальным вариантом будут ягоды прямо с веток. Мыть виноград не рекомендуется, поскольку вы смоете винные дрожжи, и брожение будет происходить медленнее или вовсе не начнется. Процесс домашнего вина довольно долгий, но результат порадует, если вино у вас получится. Виноград обрываем, отделяем от веточек, перемещаем в большую посуду и разминаем его. Можно использовать руки, деревянную ложку, а также, если много винограда, пригласить друзей и ногами, главное, чистыми, помять виноград. Друзья, вы на канале Interesting Life. С вами Наташа и Юра с Детройта. А сегодня наш тата. И сегодня мы будем делать вино из белого винограда. И делать вино будет мастер винодельных дел. Винодельных дел. Да. Кроме того, он еще у нас часовой мастер. Сколько у тебя в коллекции часов? Штук, наверное, 30. А сколько? 30? Да, ну, что-то. Больше? Ну, конечно. Сколько? Да я не знаю, я шарахував их. 50 штук? Он всю жизнь собирает часы и их ремонтирует. Так, как мы делаем, тата? Перебираем, так как мы встречали родителей. Перебираем стеглые, гадные, якостные плоды. Плохие все отделяем. Так. Берем только хорошую ягоду. И отделяем от грозди в ягодке. Потому что получилось хорошее вино. Я понимаю, что на консервных заводах и на винных заводах берут все, что есть для вина, да? А домашнее вино должно быть с чистого, хорошего винограда. А то оно и домашнее. Самое лучшее. Часы не просто часы. Это фирменные. А часы фирменные, подарочные от банка. Аваль. Украинского. Аваль. Отец у нас был директором мясокомбината. Да, только директор мясокомбината может разбираться в винах. И когда они выкупали завод, все развалилось за это время. Они подарили отцу часы. Завода уже нет, а часы еще есть. И директор в Америке делает вино. Ну, здоровье, але. А счастья нема. Чем отличается человек, у которого есть удача, от человека, у которого есть здоровье? Что нужно желать вообще человеку? Удачи или здоровья? Ну, я думаю, что здоровье. Не, ну, удача тоже, но не важно там знать. Бег здоровья мав, а попав під молот. Так що, щастя. Щастя і удача нужна, вместе со здоров'ям, да? Тата все время рассказывает такой тост, что когда желаешь здоровья, то это не всегда самое главное, потому что бык был здоровый, но попал на мясокомбинат и жизнь потерял. Поэтому что еще нужна к здоровью удача и счастье. Помощница прилетела. Или помощник. Что делаем, тата? А? Что делаем? Разминаем. Разминаем ягоду, да? Да. Мы уже пересыпали ведро. У нас такое специальное для продуктов. Пищевой пластик. И разминаем хорошо. Помяли ягоду. Теперь накрываем марлей, да? На сколько ставим, тат? 2-3 дня. Ну, что добре, чтобы оно перешло вверх. Будет видно,
когда мезга подойдет вверх. Полученную мезгу массу перекладываем в объемную тару. Накрываем сусло тканью. Марли оставляем на 2-3-4 дня в теплом месте для брожения. Два раза в день, хотя бы раз, перемешиваем сусло, желательно стеклянной или пластиковой ложкой, поскольку соприкосновение сусла с металлом может вызвать окисление и испортить вкус вина. Через 3-4 дня наступит фаза активного брожения. Мезга начнет пениться и всплывать. Наша задача — снять шапку из пены и процедить сусло. Шапку можно снимать прямо руками. А для вина нужно подготовить чистую стеклянную посуду или пластиковую. Убрали мезгу, виноградные косточки с кожицей, а теперь процеживаем сок. Чистый виноградный сок, натуральный. Это любимое татово занятие — вино. Сколько у тебя разных видов было вина? Из шиповника ты даже делал, правда? Шиповника, рябины, из вишень. И вишневое малина. Вино. Малиновое. А сливовое делал? Ну, яблочные. Это. Яблочные, да. А сливовое делал? Нет. Уже черноплодные рябины делал вино. И грушевое, и даже делал один раз из картошки, но называл он его самогоном. Ну и наш помощник, как всегда. Тата отжимает хорошо еще мезгу, остатки сока забирает. Самые вкусные остатки, да, с косточками. И разводим сахар. Рекомендую добавлять 50-100 грамм сахара на 1 литр полученного сока. То есть на 10 литров нужно 1 килограмм сахара. Но опыт у нашего тата виноделия уже более 40 лет. И он на 10 литров всегда добавляет 2 килограмма сахара. А потом пробует и еще добавляет, если нужно, чтобы вино получилось вкусное, полусладкое. После того, как сусло процедили, уже чистый виноградный сок вместе с сахаром переливаем в чистую емкость, стеклянную бутыль или пластиковую тару. Емкость закрываем гидрозатвором и убираем на брожение в теплое место. Для домашнего вина можно использовать резиновую перчатку. Посмотрите, какое янтарное чудо, божественный напиток. Этот материал ни в коем случае не является рекламой алкогольной продукции. Брожение в среднем длится 3-4 недели. Это рассказывает о том, что в процессе брожения через 5-6 дней нужно пробовать на вкус вино. Если вам не нравится вкус вина, можете еще добавить немножко сахара. Через 3-4 недели на дне банки появится осадок. И по истечению этого срока 3-4 недели сливаем вино с осадка в отдельные чистые бутылки и плотно закрываем пробками. Вино в них, в бутылках, будет созревать еще несколько месяцев, хотя бы до Нового года. Но если вам уже не терпешь, то через 6 недель вы можете вино уже пить и наслаждаться молодым, играющим, свежим вином. Что дальше делаем? Накрываем марлею. И воно 2-3 дни має почати бродіти. Якщо воно вже того буде шума, почне бродіти, почне втіло, тоді можна ставити затвор. Тата рекомендує не ставити одразу затвор, а оставити ще сок на 2-3 дня. Коли з'явиться пена, вже почнеться активний процес брожения, тільки після цього він рекомендує ставити гідрозатвор або перчатку резинову. Друзі, а ви напишіть нам, якої ви технології придерживаєтесь при изготовлении домашнього вина? Если вам видео было полезно и понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите нам комментарий, какое ваше самое любимое домашнее вино. Чем пахнет? Вино. Через 3-4 недели, когда процесс брожения закончится, мы разольем это вино по бутылкам и оставим его еще созревать на 2-3 месяца. И только после этого
Когда тата откроет бутылочку домашнего вина, яркий, нежный осенний виноградный аромат наполнит наш дом и напомнит нам про осень и богатство осени. Друзья, мира, любви и всего самого лучшего. Тепла в вашем доме, счастья в семье.